Кому подруга, кому сестра. Многим своим подопечным они заменили семью. Соцработники готовы выслушивать их часами. Были моменты, понимаете, когда вот выходишь со слезами на глазах, вышла, поплакала, забыла и пошла к другому. Расскажет о своей жизни, то есть военные годы. И все это вот нужно пережить вместе с клиентом, потому что бабушка это все сопровождается слезами всегда. В Куйбышевском районе порядка 20 тысяч людей, которым необходима опека социальных работников. Кого-то навещают каждый день, кто-то сам приходит на разовые занятия с психологами или занимается в группе. В мечтах у сотрудников социальных служб почаще вывозить своих подопечных на прогулки. Очень нужно, востребовано техническое обеспечение, поскольку многие подопечные не могут выйти из дома. И им нужны коляски, им нужны автомобили, на которых они могли бы посещать те или иные мероприятия, которые проводятся в городе. Эти люди работают в социальных службах не год и не два. Говорят, это больше, чем профессия – помогать людям. Без терпения и милосердия делать здесь нечего. Сюда приходят либо на пару недель, либо всю жизнь посвящают заботе о людях. Евгения Белова, Алексей Золотенков. События.